Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на чемпионате России по пляжному футболу среди женских команд сезона 2018 года. Сегодня в Москве, в Строгино. Этот чемпионат уже стартовал. Стартовал он матчем группы А. Стала лучшей в чемпионате. Тогда Захарова стала самым ценным игроком. Момент! И не попадает в дальний угол. Костяк сохранил, безусловно. Конечно, кто-то ушел, кто-то пришел, но это стандартная ситуация в пляжном футболе в том числе. Ну а сейчас та самая Захарова счет в этом матче открывает. Лучший игрок 2016 года в чемпионате России Евгения Захарова. Король в ближний угол здесь. Она чуть не в каждом матче забивает за Спарту в большом футболе. Сейчас она едва не забивает и в пляже. Опасный момент. Еще становится 2-0. Кузнецова. Ольга Кузнецова доработала, добежала до этой скидки. И мяч отправляет в сетку. 11 номер. 0-2. Юлия Серен. Трупным планом на ваш экран. Именно она сейчас пробьет штрафный удар. Хороший у нее получается выстрел. Игнатьева едва не ошибается, если бы не Климчук. Отличная передача Шмелева. Еще момент. И снова Серая. Сколько у нее уже сейвов. Сейчас уже повреждение она получает. Футбол там. Есть еще приставка Спарта Свиблова. Момент. Удар поворотом. Штанга. Добивание. Гол. Добивание. И это... Это гол! Это гол, друзья! Это Екатерина Гузева! За 9 секунд до конца делает счет 3-0 в этом матче. Ну и вот такой вот забавный, курьезненький гол залетает в ворота Спарты Свиблова. Это как раз отскок, с которым не так просто справляться, особенно когда ты чуть ли не впервые на песке. Евгения Захарова, это Полина Игнатьева. Конечно же, Игнатьева забивала. А вот это! А вот это гол уже в исполнении Спарты. 1-4. Вот это попадание. Вот так вот за 6 секунд. Два мяча вы сразу увидели. Видимо, поняли такую фишку, что вратарь тоже здесь участвует очень прилично. И Юлия Серая. Жестко этот отбор Коровушкина. Врезается буквально Наталью Деребезову, капитана команды. А здесь далековато. Далековато. В другую сторону уйти. Ну, либо игроки его собьют, потом заново придется все устанавливать. Ну, а это 5-й гол в этом матче. Анна Ременная довольна тем, что этот момент реализует. 5-1 в этом поединке. Хорошая передача, можно бить. И 5-2 еще становится. Как реагирует Спарта? Тут же забито мячом. Это у нас 10-й номер. Пока нет. Начинает немножко Спарта ссориться. Ну а вот этот гол тоже, наверное, вратарский. 6-2. Анастасия Шмелева. С песка мяч поднимает. Не сильно вроде бы бьет, но бьет точно. Дальний удар. Неплохой от Игна. Ну и, наверное, самое время. Раз уж я сказал про то, что мяч уже не спасти, но настроение улучшить можно. А вот это, между прочим. Так, что у нас? Желтая карточка кому? Желтая карточка вратарю. Желтая карточка вратарю. Стоит до конца на этот раз Сидорова. И на этот раз уже гораздо увереннее пробивает Наталья Деребезова. Сейчас, к примеру, нет дел никаких. Вы думаете, чем же заняться? Приходите, посмотрите на чемпионата России. И не только с игроками российскими, но и за легионерами. Смотрите в прямом эфире. Ну а Нева забивает 7-й гол. И это, по-моему... А нет, кстати говоря, это не дубль. Это Анна Петрова. И она тоже сегодня не забивает. Довольно Нева начинает. Нева с победы.
клуба, в том числе и Вера Сидорова, которая пускай и не смогла отразить пенальти, но похоже с тем, что сегодня вышла на поле хоть на какое-то время довольна. И сейчас она, кстати говоря, в центре круга там оказалась, невопраздный успех. Ниву мы поздравляем с этой победой.